Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Westerland Punk. Так, ну что, надо вначале зайти. Так, аванпост. Ага, задание выполнено, да, я так понимаю. Возможно, награды. Текущие миссии, собрать награду. Ржавая пластина, будильник, сундук компонентов. Бомбарей, вау. Так, а здесь... Ствол, электробритва и консервные банки. Получаем. Так, друзья мои, я своих наемников прокачал. Довольно неплохо, я считаю. И, как ты видишь, всю амуницию им поставил. Ну, которую смог скрафтить. Улучшить бар. Так, подожди, а мне бар нужно улучшить? Или же все-таки мастерскую в первую очередь? 14 тысяч. Нет, ребят. Тогда мы идем сюда, наверное, и улучшаем здесь. Так, 15 тысяч, да? Как раз. 3 тысячи металлолома всего лишь остается. Хм. 3 тысячи. Куда мы с тобой? Ну, если только... 7 тысяч. Блин, ну что ты будешь делать? Нехватка вот капитальная, ребят. Так, аванпост. Давай посмотрим по объявлениям. У нас есть с тобой коммунальные услуги, патрулирование и поиски лошади. Патрулирование, да? В принципе, неплохо. Сколько? 880 мощей. Вы серьезно? Тут 1320? А чего вы так много стали требовать-то? С каждым уровнем, что ли, все больше, больше и больше? Так, ребят, давайте, наверное, разобрать все. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, пластина, дырявый ствол, стальное колесо. Получить. Так, мод скорости, мод физического сопротивления у меня есть. Так, вот это вот разберем. Блин, зачем, если у меня склад переполнен? Ё-моё, вот это я тупанул сейчас. Вот это я тупанул, ребят. Так, в магазин. Ну, нам здесь делать нечего. Короче, давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем вылазку. Потому что нам нужно взять базу Орды на юго-востоке. Узнать у него, на что он искал в Топстоне. Так, кого мы с тобой возьмем? Наверное... В машине, и Катерина у нас свободна. Вот мы ее и забираем. Ну что, отправляемся. Великая равнина. Так, ребят, хочу я отправиться вот сюда. Скорее всего, здесь будет заварушка. Или это арена, я не помню. А не имеет значения. Поехали. Сейчас ты увидишь, как моя братва работать будет. Она будет сейчас всех рвать. Наверное. Я надеюсь на это. Так. Да-да-иш. Вот и все, ребят. Ну, это, понимаешь, это самые первые враги, поэтому тут все легко и просто. Так, теперь нам здесь нужно проехать. Давай-ка мы как-нибудь... Твою дивизию, да сколько вас тут, а? Ладно, с ними тоже разберемся. Надеюсь. На. Вот так вот. А раньше бы мы здесь с тобой пыхтели бы, как я не знаю кто. Так, теперь с этим еще разобраться надо. Так, я увеличил себе, ребята, вместимость рюкзака. Теперь я могу носить до 70 вещей. Так, иди ты нафиг. На. Замечательно. Ух ты, собрать все. Так, нам нужно вот сюда. Ну и кто на этот раз? Оу, щит. Так, ну что, влупляем. Ай-яй-яй, бомбер, ты что делаешь-то? Смотри, что творит, а? На. Так, ребята, я, кстати, прокачал, у них теперь новые скиллы. Если не ошибаюсь, у Катерины новые скиллы и у нашего танка. Так, забираем. А вот у нас... Подъехав к окраинам свалки, вы замечаете нечто странное. Шумная толпа людей не только собралась перед главным входом. Ага, это я помню, ребята. Королевский титул. Ну что, пойдем с тобой тогда попробуем все-таки взять. Получится или нет, на этот раз я не знаю. Ну, сколько пройдем? Там же сам помнишь, да? Награды вроде бы неплохие идут.
Так, собрать все, в бой. Это мы читать не будем, потому что мы в прошлой серии с тобой все это читали. На нафиг. Но они, ребят, действительно сейчас намного круче стали драться. Но опять же хочу сказать, что шмотки у меня обычные. Даже не редкие, не какие-то там эпические или... Ох ты. Резиновый костюм. Так, не успевайте вы перевести дух, как следующая партия противников открывает по вам огонь. Давай. Так, ладно, это терпимо. На нафиг. Шикарно. Так, ты добьешь? Промах. Ну, нормуль. Так, кто там у нас следующий будет? Получив короткую передышку, вы осматриваете арену. Каркусанцев стало значительно меньше. Но вам от этого не легче, ведь остались самые сильные. Вот, по-моему, вот это, ребят, последний, на которых мы в тот раз спеклись. Давай я посмотрю, как на этот раз пойдут дела. Ать. Оу. Так, минус два. А это, я так понимаю, мы их еще и замедлили. А что вот это такое у нас? Оу. Так, минус. Давай добьем. Все. Победа. Так, забираем все. На арене остались только вы и еще один отряд бойцов. Оба уставшие, потрепанные, готовы сражаться до конца. То есть вот это последний, да? Ну что ж, давай посмотрим. Так, уже не так легко, ребята. Ох ты, я отнимаю это нездоровье, будь здоров. Твою налево. Да хорош. Так, нам бы кого-нибудь убрать бы. Нормуль. Так, хиляемся. Так, собрать все. Под кровожадные крики толпы вы расправляетесь с последним претендентом. Король, единственный, кто стоит между вами и троном. А вот и король, друзья мои. Нифига себе, егерь. 450 хп. Слушай, я думаю, получится у нас ушатать его. Ха-ха. Давай вот так вот сделаем, наверное. На 114, прикинь. Кстати, мой, ребята, химик теперь хилит. Будь здоров, все. И что мы с тобой получаем? Боевая труба. Вы победили, вся работа, весь этот пот и кровь не были напрасными. Вы новый король свалки. Отправиться исследовать пустошь, как настоящий аристократ. Так, здесь, ребята, еще у нас с вами враги какие-то. Ну что, прокатимся сюда тогда? Посмотрим. Ой, ё-моё, задел. Да, враги все жирнее, сильнее и мощнее. А это кто такой? Это что-то новенькое, по-моему, да? Или был такой, я уже не помню. Ладно, сейчас посмотрим. Блин, они мне химика валят, прикинь. Давай так сделаем. На. Так, хильнулись. Е. Разобрались мы с этими олухами. Так, а вот теперь думай, как здесь, ребята, аккуратненько проехать. Наверное, вот здесь вот. Бочком. Да ну нафиг. У них, ребята, здоровье как у боссов, прикинь. Ё-моё. Так, ну-ка, наотмашь. Хорошо. Хиляемся. И добиваем. Так, собрать все. Ну что же, ребята, вот оно, это место. База Токнутых на юго-востоке выглядит не очень внушительно. Она больше похожа на перевалочный пункт для верующих и паломников. Можно попробовать выдать себя за паломников и поискать Неона под прикрытием. Охрана не ожидает нападения, внезапная атака должна дать нам преимущество и привлечь внимание Неона. Что будем делать, ребят? Давай, наверное, под прикрытием. Вы как можете прячете оружие, накидываете поверх старое тряпье, которое нашли в машине. Какое-то время маскировка будет работать. Пройти в лагерь.
Вы проходите через главные ворота, не вызывая подозрений у охраны. В лагере кипит жизнь. На импровизированной кухне женщины готовят еду в огромных котлах. Чуть подаль группа мужчин развлекается армрестлингом. Возле одной из палаток ребята, разинув рты, слушают байки, которые им рассказывает дед. Идеалистическая картина, а именно такую ждешь от одного из самых крупных культов на пустошах. На подходе к шатру вас останавливает увешанный проводами фанатик электричества. Интересно, он запитан от розетки? Вы кто такие? Я вас раньше тут не видел. Мы паломники, идем к главному храму. Хотели остановиться у вас на ночевку. Охранник с подозрением косится на вас, но ничего не говорит. Попытаться быстро вырубить его и пройти дальше. Какие-то проблемы с этим, сэр? Вы выглядите как проблема. Та, из которой получится хороший урок для других. Блин. Фарадей, 748 хп. Ты серьезно, блин? Так, мы замедлили. Ну-ка, давай. На тебе. Да, это проблема, ребят, какая-то для нас. Ух. Ну-ка. Добили. Надеюсь, больше не будет проблем. На шум драки из шатра выбежало еще несколько фанатиков. Готовьтесь к бою. Да ё-моё. Ты, блин, сейчас шутишь или серьезно? Все, сейчас ушатают мне, наверное, ребят. Катерину. Давай наотмашь. Хиляемся, хиляемся. Блин, надо бы хотя бы одного вырубить. Промах. Захилялись полностью, отлично, ребят. Блин. Так, добьем. Есть. Победа. Из шатра в сопровождении свиты вышел не он и ринулся в атаку. В плане, блин. Не он, блин, мы за тобой пришли. Ё-моё, что он творит? Ты посмотри на этого неона. 1500 хп. Давай так, наверное, сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне подсказывает, ребята, что нас сейчас нахлобучат, блин. Хиляемся, хиляемся, обязательно хиляемся. Так, давай еще раз. На. Да ты запарил, а. Массовые атаки пошли. Давай, Екатерина, хиляй наших ребят. Да хотя бы одного вырубить-то, блин. Промахнулся, отлично. Тут попал. А поэтому не мог попасть, да? Просто на волоске, ребята, с вами висим. Так. А поэтому что, попасть никак? Не судьба, что ли? Я не могу понять. Е. Минус один. Ё-моё. Ну ты посмотри, что творит. Есть. Так, ну что, не он. Ты остался один. Как думаешь, вырубим мы его? А что, он какой-то неуязвимый, что ли? А ну-ка давай так. 62? Промах. Он нас замедляет, что ли, не могу понять. Мы не можем попасть, прикинь, по нему вообще. А если я вот так сделаю? О, 137, отлично. Отравили. Нет, не получилось отравить, а если так? Ух, ё, вот это удар. Да, блин, ну, ребята, ну, серьезно, давайте его варганить уже, в конце концов. Ну. Промах. Никак не получается у меня, а. Он меткость нам понижает. Все, ребята, мы его ушатали. Ваша победа над неоном охладила пыл фанатиков. Никто больше не пытается на вас напасть. Сам неон лежит перед вами, весь в крови, но живой. Что-то забыл в Тапстоуне.
Опустим ту часть, где я говорю, что рад тебя видеть. Ладно, допустим, что я действительно посодействовал событиям на Северном плато. Вы направляете на него на оружие, чтобы избежать долгих переговоров. Я пущу ту часть, где вежливо требую не увидеть, что искали твои люди. Допустим, убеждать ты умеешь. Я хотел найти одного ученого. Кажется, я тебя предупредил. Зачем тебе этот ученый? До меня дошли слухи о том, что у него есть важная информация по поводу электромагнитного оружия. Возможно, эта информация несет в себе такой потенциал, о котором ты не подозреваешь. Теперь и я не узнаю. Эти идиоты не справились с элементарным заданием. Они даже с тобой не справились, только чур без обид. Глаз за глаз, как говорится. Не густо. Ладно, моя работа тут закончена. Ну, слава Току, теперь ты можешь расслабиться, да, приятель? Да, приятель, не сдохни только, а то некому будет тебе купить пиво в следующий раз. Я не вожусь с фанатиками. Постарайся не попадаться мне больше на глаза. И тебе не хворать. Вы видите, как подручный Неона уводит его? Надо поспрашивать в городе, может, местные знают что-то? В городе? То есть ты хочешь сказать, что мне нужно еще в город сюда заехать, что ли, или как? Не знаю, друзья мои, нам нужно возвращаться полюбасику уже на базу, на нашу, иначе мы с тобой... Иначе у нас не хватит энергии. Вот что. А у нас, наверное, и так не хватит. Твою налево. Хотя... Надо было тачку мне прокачать. Твою дивизию, серьезно, не хватит? Да не, должно хватить. Фу. Я укладываюсь прям тютелька в тютельку, да, практически, ребят? Есть. Ну что, да, я хочу вернуться в Тапстоун. Слушай, ну разобрался я с ним, блин. Мощный, конечно, гаденыш, но... Все у нас получилось. Так, объявления нам не нужны. Пэм, тебе что-то нужно, командир? Ученый? Не знаю таких, хотя погоди. Месяца три назад в город пришел один старик. На вид немного сумасшедший, но видно, что умен. Попробую поговорить с ним, он должен быть где-то в городе. Понял тебя, спасибо. Петрикс. А что? Свет в конце плато. Ученый? Тебе зачем? Решил среднюю школу окончить. Ты, стало быть, ее окончил? Может, еще и являешься этим самым ученым? Может, и являюсь. Какой целью интересуешься? Почетную грамоту вручить. Осталось узнать, за что. Над чем ты работал? Это дела давны минувших дней. Зачем тебе? Давай я лучше тебе одну штуку покажу. Если это не имеет отношения к делу, то я перестану уважать старость ровно через 3 секунды. Над чем ты работал? Да не помню я, это была груда какой-то документации еще до первого удара. Бумаги, файлы, папки, у тебя что-нибудь сохранилось? Все, что у меня осталось, мое имя, Николай Петрикс, плюс 2 зуба к 93 годам, показать? И на это я потратил время, наберу Саймона, сообщу ему все. Ты тут не прав, командир, этот Петрикс, наверное, самый старый житель Земли. Да он же кладень полезной информации для основания. И не только об электромагнитном оружии, которое хотел не он, а о целом мире науки до первого удара. Подумать только. И он все это время сидел в метре от аванпоста. Срочно доставь Петрикса к нам. У нас есть небольшая база в районе кратерного озера. Связной будет ждать тебя там. Надеюсь, оно того стоит. Так, ребята, 2000 опыта. Ух, 1500 монет. Шикарно. Так, ну что? Нам нужно с тобой куда-то доставить. Довези Николаса Петрикса в аванпост основания в степи, живым и невредимым. Легко вам, конечно, все это говорить, живым и невредимым. Так, слушай, подожди секунду, я кое-что хочу сделать. Кожаная куртка. 14 тысяч нужно, да? По оружию у нас все старое. Ничего нового нету. Моды. Обычный мод Хлои. Это тоже фигня.
Машина, точно, точно. Хотел же тачку проверить, ребят. Что для того, чтобы ее прокачать, что нам нужно? Доступно. Так, хватит? Подожди-ка, что там? Блин, 5000 металлолома, не хватает, ребята. Это плюс соточка горючки. Радиус обзора. Багажник, двигатель. Ага. Делаем с тобой. То есть теперь мы можем ехать, будь здоров, да? Быстрее. Так, ну что, выбираем тачку. Берем мою команду и отправляемся. Хотя, погоди, отправляемся. Да чтоб тебе этот металлолом, он везде нужен. Так, ребята, надо ускорить мне производство. Ну, придется посмотреть рекламку. Так, ну что, на 3 часа, ребята, я сделал себе ускорение. Все это как полагается. Так, в мастерской нам делать нечего, в магазине нечего делать. Хотя, стоп. Прокачка, конечно же. Блин, чтобы что? Улучшить бар. Так, давай улучшим. А как я его улучшу, если у меня не хватает 7000 металлолома нужно? Хм. 7000 металлолома, это металлолом. 12 чувачков у меня. Сколько тут работает? Двое, да, всего лишь? Пускай будет четверо пахать. За 2 часа 15000 металлолома мы получим. Отсюда пока можно снять. Да отсюда везде можно снять, ребят. Вот так вот сделать. Так, 7000 металлолома. Ну что же, а мы с тобой отправляемся. Горючки у нас стоп. А, ну все, бак полный, да? Отправляемся. Ох ты, кратерное озеро, друзья мои. У нас открыто. Это новая карта. Приехали. Степи вокруг Картерного озера достаточно обжитое место. Но это не делает их менее опасным. С востока приближается колонна боевых машин. Вряд ли они захотят по-дружески подбросить до места. Нужно уходить. Патрикс слишком хлипок даже для пешей прогулки по парку, не говоря уже о битве. Попытаться оторваться от них, попытаться укрыться в скалах. Враги не успевают нагнать вас прежде, чем вы добрались до скал. Пользуясь отличным обзором, вы обстреливаете врага сверху. Не, давай спрячемся в расщелинах. Враги начинают закидывать скалы гранатами. Нужно атаковать их, пока вас не завалило камнями. Твою налево. Ёк-макарёк, это... Твою налево, у них бомбарь тоже есть, прикинь. Йоу, а мы тут, ребят, зря я, наверное, сюда шиманул-то. Мы их здесь не разберем. Уху-ху-ху. Наотмашь. Бомбарь, нифига. Ой, нет, ребят. Зря я пошел сюда. Ой, зря. Мы что-то не успеваем отхиляться, ребята. Ускорение они ставят еще на себя. Нифига вы. Защиту. Промахиваемся. Так, остался бомбарь. Так, захиливай нас. Е, справились. Какие мы неприветливые. Мы бы вас слегка ограбили или немного покалечили. Кого-то бы даже оставили в живых. Вон того. Ему и так немного осталось. А теперь умрут все. Если речь идет о тебе, то я абсолютно согласен. Так. Вот он главный, да, хмырь. Блин, два бомбаря. Тю-тю-тю-тю, ребят. Ты все прекрасно видишь сам. Давай-ка, наверное, бомбаря сейчас. Ага. Мы не успеем, ребят, отхиляться по ходу дела. Никак. Ой-ой-ой. Надо взять провокацию, судя по всему. А как мне это сделать? Минус один, отлично. Давай-ка вот так сделаю. Блин, химик молодец. Очень круто мне, ребята, помогает. Так, ну-ка попробуем вот так сделать. Отлично.
Вот и все. Ты неплохо сражаешься. Это я, старикашки, разумеется. Но сейчас ты увидишь нечто крутое. Жаль, что в первый и последний раз. Думаешь, сможешь удивить меня? Главарь бомбарей нажимает на кнопку, и его машина взрывается вместе с ним. Дым рассеивается, ваш отряд кажется цел. Как бы там ни было, дед, ты в порядке? У меня точно бывали дни получше. У меня что-то в боку. Это рычаг коробки передач. Черт. Значит, мне можно больше никуда не ехать. И я тут полежу немного. Да, мы уже никуда не едем. Наши сегодняшние знакомые оказались не очень. Знаешь, у меня уже были такие знакомые. Вежливые, но конкретные. Они, кстати, забрали те бумаги, про которые ты говорили. Погоди, что? Ну да, изъяли все подчистую. Плохо помню детали. Давно дело было. Ты помнишь хоть что-нибудь про них? Нет, мне холодно. Мне знакомо это ощущение. Однажды я провалился под лед и получил обморожение. Обмороженный. Обмороженный Рич. Так звали одного из них. Представляешь, я вспомнил. Так, залившись смехом, Николас Пэтрикс умирает. Доставлять в основание больше некого. Связаться с Саймоном. Все это скверно. Успокоит лишь то, что это явно были люди не из основания. Я просто найду этого обмороженного. Займись этим. Все равно, пока других зацепок у нас нет. И в этот раз без трагических сцен. С бездыханным телом, пожалуйста. Да, ребят, старик, короче, отдуплился. Вопрос в другом. А как я должен вообще отсюда вернуться? Как? А, вот база у меня, понял. Ну что, ребят, давайте попробуем. Ох, ё-моё. А это еще кто такая? Сестра по оружию. С гранатами, нифига она. О-о-о. Скверное дело, ребят. Очень скверно. На нафиг. Блин, такое ощущение, что мне нужен еще один химик. Или пойти и шмотки делать улучшенные. Ну это просто трындец, посмотрите, что происходит. Мы еще с тобой, кстати, первую локу-то не всю исследовали. Давай вот так вот по чесноку. А уже лезем сюда. Так, ну допустим. Блин, тут карта опять же здоровая. Куда ехать, я не знаю, ребят. С горючим беда, кстати. Надо возвращаться. 89 горючки. Что я тут сделал? Да ничего. Вернуться в топ-стоун, наверное, да? Ну? Что-то не могу понять, что происходит. Да, хочу вернуться. Так, и пойдем с тобой, наверное, сходим, знаешь, куда? Сюда, вот в мастерскую. Чтобы улучшить, 14 тысяч нужно. У нас только кожаная куртка. Давай по оружию посмотрим. Это для разведчика. Аксессуаров новых нету. А есть какие-нибудь задания? Так, давай-ка вот сюда, наверное, попробуем. Блин. Сюда тогда. 880. Ну-ка. Это с двоих, ребята. Это ж сколько, блин, надо прокачивать. Короче, если нам все равно нужно прокачивать, ребят, тогда будем браться уже за своих новеньких бойцов. Например, за врачевателя. Я его сейчас улучшу до максималки. Так, теперь смотри, можно ему способности поменять. Сто процентов. Так, количество 12 ходов. Ага. Депрессия накатывает. Дыра в груди не позволяет вам двигаться вперед. Тогда наш новый продукт — это то, что вам нужно. Мотиватор. Одна инъекция, и ты чувствуешь себя так, как никогда еще не чувствовал. Мотиватор. Шанс срабатывает 100%. При срабатывании убирает все негативные эффекты с цели. Один союзник. Блин, на одного только действует.
Специальный нервный агент вызывает частичный или полный паралич мышц, но с параллельной интоксикацией организма. Блин, какой-то. Ну, я не знаю, давай, наверное, вот это все-таки сделаем. Техника. Так, и скорость повысилась. Улучшаем дальше. Все, да? Ладно. Так, можно на него надеть... Он будет офигенно мощным, если я вот это вот надену. Тут ловкость и стойкость. Давай, наверное, кожанку наденем. Так, сюда. Бронепластину. Так, дробовик у него уже есть. Сюда нужно будет что-нибудь воткнуть покруче. Так, ладно. Медика мы с тобой сделали. Так, медик теперь стал круче, чем мой танк, прикинь. Вики, что у тебя? Угу. Так, ладно, сделаем сейчас бронепластину. Так, погоди, бронепластину. Мод. Мод скорости. Используем. Создаем. Создать, говорю. Чего? А, редкость, понял. Не совпадает, потому что бронепластина у меня обычная. А там именно подредкие, да, вещи. Так, еще. Создать. Подожди, а почему-то я не могу сделать себе обычный мод Хлои. Стоп, ребята. Обычный мод Хлои, он делается вообще на изи. Вот так вот. Две штучки мы сделали с тобой. Так, сейчас мы... Где у нас Хлоя? Ой, не Хлоя, а... Сюда, да? Надеваем. Так, нужна будет еще экипировочка. Ну, давай, например, сделаем... Лазерный прицел. Так, это вот у нас использовать. Блин, да вы достали со своей редкостью-то, а? А, вон он, блин, где находится. Я думаю, что за бред. Создаем. Так, нам нужно еще все равно. А, не хватает теперь металлолома. Ладно. Так, надевай. Мощь 46 у нее поднимается, да? Опыта не хватает. Ну и улучшить броди пока не могу. Аванпост, объявление. Теперь интересно, хватит им или нет? Так, сюда. Так, в машине. Это парень наш. Слушай, а может быть его пока не брать с собой, а? Хотя у него две звезды, надо брать его. Так, Вики. И тут все равно еще нехватка идет. Так, хватит. Блин, не хватает, ребят. Твою налево. Не могу их отправить на вылазку, понимаешь? Потому что не хватает буквально соточки. 300 будет маловато. Раз, два, три, четыре, четыре. Я своих отправлять туда не буду, ребят. Что хотите, делайте, я своих туда не отдам. Единственное, что я могу сделать, это, наверное, что-нибудь в мастерской собрать по-быренькому на скорую руку. Так, металлолома не хватает. Да чтоб тебя, а. У нас так вечно. Не одно, так другое, да, получается. Чертежей пока у нас нету. Ну что, придется брать тогда вот это, наверное, задание. 880, да? Для этого вот так сделаем с тобой и... Хватает? Хватает. Пускай они едут. Так, поиски лошади. Сколько нужно? О, на поиск... А, тут один. Сколько там нужно? 308. Восьмерочки буквально не хватает. Но я своих, еще раз, ребят, говорю, отправлять не буду. А этого недостаточно. Ладно, давай тогда, знаешь, что с тобой сделаем?
Блин, почему у нас горючего-то нету? Я никак не могу врубиться. Неужели я забыл... Точно, ребята, я забыл производство поставить. Ёпарасоте. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так-то? Тридцать две минуты будет горючка добываться. Петрикс погиб, но оставил нам зацепку обмороженный рич. Тут недалеко ордынский город. Попробую пораспрашивать там. Ордынский город. Так, ну что, давай разбирать тогда. Так, это у нас металл. 2880, отлично. Так, пустую породу тоже разбираем. Нериум. Так, рукоятка нам пригодится. Мотхлой, нормуль. Так, 330, да, получается. Консервные банки разбираем тоже. А вот и горючка, да, подоспела. 40, это мало. Вот, бутылка топлива. 175, уже повеселее. Так, давай разбирать бочки. 360, отлично. Так, здесь боевая труба, если я разберу. Перековать. Хм. Что мы получим? 50 металла. Но теперь-то я думаю, что можно, наверное, создать хоть какую-нибудь там левую. Давай обычный мод. Создаем. Закрываем. Одеваем. Так, на кого там не хватало у нас? А этот на миссии. Вот сюда, да? Вот сюда мы и наденем. Так, для нее еще и оружие тут найдется. Вот теперь она у меня пойдет на задание. На какое? По-моему, вот на это. Поиски лошади. Ты? Ты. Блин, слушай, ну такую девчулю я бы себе, наверное, оставил бы. А вот этого, наверное, отправил бы. 460. Давай, наверное, мы этого отправим с тобой. Ух ты, тут разблокированы новые у нас. Смотри, а нет, 125 нужно. Ух ты, какой-то, смотри, новый мод. Мод выносливости. Легкий, блин. Ладно, пока не будем. Ну что, с горючкой у нас все окей? В машине. Забираем. Отправиться. На равнину, ребята, я здесь, по-моему, где-то видел еще у нас задание. Или я ошибаюсь? Че, я все здесь сделал? Слушай, ну да. Вся территория практически открыта. Ну, за исключением вот этой вот. Нет, здесь нам невыгодно, ребят. Давай тогда мы с тобой, наверное, все-таки пойдем к ордынцам на территорию. Ну, я знаю, что там тяжело будет. Ну, хоть немножечко покатаемся, посмотрим. Может быть, там другие уже и штуки, и предметы будут. Поехали. Отправляемся в Кратерное озеро. Ищем город. Город ордынцев. Да, есть, конечно. Если у нас получится все. Ой-ой-ой. А что надо делать? Я не знаю, ребят. Блин, ой, сейчас мы Катерину потеряем. Что ты делаешь? Что это такое? Опа, бомбаря как будто и не было здесь. Ты-дыч. Но без танка тоже как-то не особо здесь хорошо, если честно.
Собираем. Вот где их город тут? Я вижу какую-то фигню. Ой, зачем я? Да ёк-макарёк, а. С гранатами тут еще, а. Ну-ка попробуем. Видал, как она критует? Блин, я боюсь за Катерину почему-то. Ёпарасоте, вот и все, ребят. Да. Не тянем. Еще и промах. Да. Дело дрянь. Где же ваш город-то? Утырки вы такие, а? Он не отмечен по карте, понимаешь? Его искать здесь, это как в стоге сена, извини меня, иголку. Я представляю, что вот здесь вот будет. Ага. Блин, ну ладно, поехали, рискуем. Вы подъезжаете к небольшому поселению. С чего-то надо начинать поиски обмороженного. Поспрашиваем вокруг. Обмороженный Рич. Я слышал, что его видели возле восточного моста через реку. Объедь город справа и двигайся вдоль озера, пока не доедешь до моста. Спасибо, друг. Объехать город? А тебе не кажется, что это какая-то... Так... Что это какая-то ловушка? Твою налево, с горючим-то что за беда? Ё-моё! Все, ребят, попадос. Я про горючку совсем забыл. И что нам теперь делать? Эвакуация. Поехали. Да начнется крафт. Нет, спасибо большое. Вылечить. Так, ну что, ребята, мы с вами вернулись до дому, до хаты, так сказать. Нам нужно с тобой дождаться металлолома. Надо вот сюда еще кого-то заказать. На горючке оставим одного. Пускай он там 26 минут крафтит. Поставим сюда, наверное, одного, да? Вот так вот. Хотя микрочипы нам не нужны. Давай все-таки сюда. Все они сделают, добудут нам с тобой горючки. Ох ты, барак я могу расширить. Так, это дополнительные люди, да, получается? Опять 15 тысяч. Дополнительных людей получил вроде бы. Но я не вижу, чтобы это сказалось как-то на производстве в плюс. Свободный рабочий 0. А зачем я тогда их расширял? А, уровень просто повысил, понял. Ну и, естественно, будем у механика, ребята, улучшать. Но здесь нужно 14 тысяч металла. Это все нам придется подождать. Потом, когда улучшим с тобой мастерскую, 100% должно что-то открыться новенькое. Может быть, накрафтим. И уже после этого, ребята, так. Нериумная ячейка нам тоже нужна будет для того, чтобы... Ну, ты видел, да? Мы с тобой попадаем в такие передряги, когда нет горючего, чтобы нас смогли эвакуировать. Тоже неплохая вещь. Так, денег у нас с тобой 4000 есть. Мы можем, в принципе, здесь 1000 запчастей взять. Так, огромная поставка металла. 15 тысяч, нормально. Но я, ребята, хочу, не знаю, получится или нет, накопить себе либо на рецепт. Блин, как они долго эти пробирки копятся. Чертеж, военная винтовка. Было бы круто, конечно. Улучшенные процессы. Уменьшает время между поставками ресурсов из бараков на одну секунду. Было бы неплохо вот это, кстати, изучить. А это что у нас такое? Позволяет пригласить и нанять необычного разведчика-рекрута в бар. Можно было бы это, наверное, но...
контракт с врачевателем, ты представляешь? Элитный, эпический рекрут. В общем, копим, ребят, ресурсы. Хороший ствол, стоит нифига себе. Но пока у нас таких рецептов нету, поэтому не стоит сейчас заморачиваться с этим делом. Будем копить ресурсы. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.